еще раз прошу выйти съемочную группу. Алло, видела сегодня картину. И актеров тоже. Еще раз прошу выйти сюда. Давай. Уважаемые друзья, прошу задавать вопросы. Да ладно. Денег нет. Ну, денег нет, но вы держитесь, это же известная фраза. Да. Спасибо, сейчас всем нужно держаться. Спасибо, что посмотрели. Я думаю, вопросы все ответили. На все вопросы денег у нас нет. Хорошего настроения. Я надеюсь, что вам хоть немножко понравилось. Спасибо вам большое. Есть вопросы? Ребята, задавайте вопросы, пожалуйста. А можно микрофон тогда хотя бы? Да. Возьмите второй там. Станислав, спасибо вам большое за фильм. Отдельное спасибо за прекрасные роли, которые вы доверили нашим прекрасным клоунессам Светланы Владимировны Немоляевой и Лии Меджидовны Ахиджаковой. Прекрасные роли, просто одно удовольствие на них смотреть. И я думаю, что уже стоит даже пойти на ваш фильм только вот из-за этих двух потрясающих актрис. Настя Мельникова удивила наш замечательный законодатель питерского, значит, заксобрания. И у меня вопрос, вот как с нашими дамами, вот этими нашими великими клоунессами вам работалось? Спасибо за вопрос. Мельникова тогда не была, по-моему, законодателем. Я знаю очень давно, она прекрасная актриса, мы дружим. Работалось профессионально и профессионально. Люди. То есть они не капризничали, все нормально, как вот. Профессионал работает профессионально, такого не бывает. А вот а какие-то курьезы были вот на съемочной площадке с нашими дамами, гранд-дамами? Заболела Немоляева, и часть картины был дублер, но вы не заметили. А, это вот со спины, наверное, да, где-то снимали? А, понятно. Вот, и еще, да, и я вот, наверное, один из первых, кто анонсировал и сказал, что ваша комедия обязательно должна быть народной. Ну, потому что мне понравилось содержание, сценарий ваш, и очень, да, и, конечно, актерский состав. И я, конечно, желаю картине такого же успеха, как Казаковская, значит, у нас «Покровские ворота», и нашего любимого ленфильмовского режиссера Юрия Мамина «Окно в Париж». Я думаю, что если вы повторите их успех, то это будет очень здорово. Ну, тут уж как пойдет. Я Спасибо. Думаю, что в будущем, когда авторские права...